Так. Привет, команда, привет, зрители, с вами я, Пират, и мы продолжаем играть Сому. Да, я тут. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. Okay. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. No problem. What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Окей, нам нужно на лямбду какую-то. Ты бы лучше о себе волновался. Ну, хотя она единая, кто может нам хоть какие-то дать ответы, да? Так, очередная вот эта штуковина. Походу, если я к ней не прикоснусь, то нас дальше тупо не пропустят. Опа. Это плохо. Оно откроется или нет? Там вода, значит, нам не туда, походу. А куда мне тогда идти? Ох, ё-моё. Может, тут какие-то проходики? Exit. О, смотри. И вправду я нашел ту штуковину, которая нам нужна. Но все-таки я не понимаю, что нам не за костюм. Так. Что? А, тут можно. Что здесь происходит? А, понятно. Сейчас должен открыться тот люк, не? Или вот этот? Алло, открывайте мне люк. Что-то я лагаю. А, вот, все отлично. Но мне так и не сказали, почему я под водой. А потому что эта станция находится... А, так в этой презентации же нам и рассказывали в прошлой серии, что тут запускают какие-то шаттлы. И поэтому она должна быть на глубине, чтобы мы могли запускать, то есть, ну, пушка такая должна быть большая, чтобы запускать там эти космические корабли. Ну, что-то такое я вроде как помню. Так, лямбду я найду, тут как бы, да, океан, но мы ее найдем. Бегу, пока я вперед, и ничего не нахожу. Где тут? Что тут? Непонятно, что это. Ну, походу, тут только вперед можно бежать, поэтому туда мы и будем бежать. Это указатель или что это такое? Ничего тут нету. В общем, ребят, да... О, это что? Пеквадо. Какой-то. Пеквадо. Что? Не, туда мы не можем. Откуда я пришел-то? Наверное, оттуда. Пойдем сюда. Как же он дышит в эту штуковину? Так, мы пришли отсюда. Снова я потерялся немножко в пространстве. Конечно, тут под водой, да и не потеряешься. Ламбда. О! О! То, что нужно. Я нашел. Я нашел ламбду. Или лямбда, или как оно там? Иди от меня!
Что это за робот? Нормально. Отстань от меня, непонятный робот. Ты мне не очень нравишься. Но что он мне может сделать? У него даже рук нету. Но мне плохо, когда он возле меня. Оттуда я пришел, значит, не сюда, походу. О, тут ход какой-то. Там еще робот. Смотрите. Нет, туда я не хочу идти. О, меня упустят сюда. Я надеюсь, впустите меня сюда. Давай быстрее. Отлично. О, боже. Какой звук противный. Наверное, вы не слышите так громко, как я, но... Это просто жесть какая-то. Надеюсь, у вас нормально. О, а тут такие костюмчики. На мне один такой вот костюмчик, что ли? Я слышу, как кто-то ходит, или это вода? Что здесь происходит? Что это такое? Ё-моё. Оно меня пугает. И я не хочу... Оно ушло? А кто это? Откуда она знает? Что-то здесь не так, она тоже какая-то... Куда оно ушло? Вот так вот. Тут где-то. Right. Это ты? No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. More. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way. But I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Так, так, так. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever.
Окей, окей. Lambda terminal 27 activated. Хорошо. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? Алло. Походу она сломалась. Так, вот это брать, нет? Это не похоже на то, что мне надо. Тут все сломано. Это не работает, это тоже... Тут ничего не работает. Где эта схема-то? Какую схему взять? Алло. А, понятненько. И сюда, походу. Фу, она тоже с этими штуками. Да? Я сохранила все предыдущие видео об этом и поместила их. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people людьми? Yes. Странно. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. Чех, где-то я такое слышал. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Там есть все, что нам надо. А почему это не перевели? Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. А можно я никуда не пойду? Thanks. Почему он так просто соглашается? Check the computer in the other room. Там же какой-то робот ходит. What was I said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan, and suddenly, here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's right? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Так, что у нас тут? Тут у нас красивые. Так, тут можно поспать. Тут ничего нету. О, тут что-то есть. Что это? There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were Тут the lucky ones. Таблетки, шлем какой-то. Еще всякая ерунда, походу, мне сюда. Careful. Или не сюда. I think it's back. Keep your eyes peeled. Бляха, муха. You say something? Sorry, still trying to figure out how to cut. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Я не хочу сюда вообще идти. Где это чудище? И что тут? Где оно ходит-то? Тут ничего нету. Алло, куда мне идти? Это не работает. Звуки страшные. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us. Yeah, at least. Gives the senses a good pun. Что происходит? И это как сохранение или что? Я не пойму.
как это работает. Ну вот я был в другой комнате, посмотрел, тут вообще ничего нету. Может мне вернуться к ней, там что-то сказать ей, что тут пусто? Что делаю я? Это не я. Я ничего не делал. I told you. Go check the computer in the other room. Проверьте компьютер в другой комнате. Я слепой. Я не вижу никакой компьютер там. Вот где тут компьютер? Это компьютер. Ну, компьютер, он не работает. Тут тоже ничего не работает. Это похоже на принтер. Это холодильник. Тут нифига не работает. В какой комнате? Снова я туплю, да? Снова я что-то не вижу. Компьютер. Ты где? Нет тут никаких компьютеров. Серьезно? Нету? Возможно... Возможно, где-то тут у нас будет компьютер. Кэтрин? Что это? Мог бы спросить, что это? Почему он не спрашивает, что это? О, о, походу я нашел. Лямбда, лямбда, тут ничего. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Лямбда, восстановление данных. Ну давайте заценим, что у нас тут. Нам это обязательно слушать. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Все? Чертежи какие-то. Это что такое у нас? А, это как запускаю, типа, классификация. Троечку. А можно это не проходить? Ну, нормально чувствую себя. Давайте хоть что понажимаем. Давайте искусственным. Я не там. Нет, все хорошо. Сколько вопросов тут? Да, конечно. И моя предыдущая, как и моя. Нет, конечно. Я не хочу умирать. Я думал, мне тут что-то напишут. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Thank you.
Где-то здесь. В ключевых пределах этого сектора. Опа, я нашел. Так, где-то тут, возможно. О, возможно, тут. Тут. Опа, нашли. И что дальше? О, Бермудский треугольник где-то тут, не? Где-то тут. Все ближе и ближе. Тау, о, вот оно. И что нам это дает? За первым разом. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no. It's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. И что? Не делать сейчас? Ничего? Может, мне ее отрывать? I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there, and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Так. Ищем Тету. Точнее, дорогу на Тету. Я думаю, что нам сюда. Не? И сюда? А куда? А где эта штуковина исчезла, которая тут ходила? Это тут окей. Ну и куда мне идти? Наверное, мне надо отсюда выходить, что ли? Дорога к Тете. Ламбда. Ага, вот я здесь. Там я был. А что это такое? Это карта зоны. Мы можем пойти туда. Неужели мне надо отсюда просто выйти и пойти туда? Я думал, еще вот эту дверь получится открыть. Не? Походу не получится. Я тут зря трачу время. Ну давайте попробуем. Короче, выйти отсюда. Поищем шаттл, который сможет нас забрать отсюда. Отлично. Давайте, открывайте дверь. О, как же тут все прикольно. О, что это там светится? Это тот робот или что это такое? Красивый. А, это не робот, это просто дверь. Так, и что у нас тут? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Да? Ну я hey, не знаю. Can you hear me?
Конечно, слышь. Hang on, I'll give it a try. Мы летаем? Оу, ау, наушники. Sorry, стоять. It's dead. Yeah, нет, нет. The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Может, тут и будет еще одна капсула? Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omni tool. There, should help you get around. Ну давай, давай, давай. Все, открывайся. Так, куда мы перелетели? А никуда мы не перелетели, да? Мы остались на месте. Это что у нас такое там? Это там что-то летает. Это робот. И нам надо от него... О-оу. Уходим, 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 уходим. Забить на этого робота. Тут какие-то огни, побежим по ним. Надеюсь, они нас приведут туда, куда надо. Он не летит за нами же, не? 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 Он там летает себе спокойненько. Да. What the fuck? Нормально меня напугали. Окей. Значит, нам точно сюда, если нас пугают тут. Ну что это было? Так, 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 так. Давай, доступ мне. И чё у нас тут? Чё у нас тут? Лестница, тут завал. Так, наверх я могу подняться вот с этой стороны. Так, немножко тут все как-то боком. Но вроде как все нормально пока. Что там? Там ничего нету. Круто, что тут акул нету. Это меня на самом деле радует. Если бы тут еще акулы были, это было бы вообще жестко. Хотя надо бояться не акула, вот той штуковины, которая нас пугала. Она, наверное, в 100 раз страшнее. И чё? Был я в корабле, теперь я не в корабле. Походу, значит... Оо! Ват! Не знаю, но мне что-то не очень страшно. Наверное, потому что еще не очень сильно темно. Да, все из-за темноты. Ну или просто меня ужастики не пугают, поэтому я в них и не играю. Но я так себе. О, акула, смотрите, я только не говорил, и там уже акула плавала. Прикольно. Ничего не знаю, что происходит. Назад даже поворачиваться не хочу. Я просто бегу отсюда. Ва! Давай, давай. Вылазим наверх. Давай, давай, давай. Что там было? Что там было? Я не хочу даже знать, что там было. Почему меня колбасило. А спидраны по этой игре есть? Да. Интересно, за сколько ее можно пробежать? 5. Стоп, я сразу же правильно пошел и не посмотрел, например, что у нас. Ага, понятно. Нам туда и нельзя пойти. Также сюда нельзя. Идем наверх. Это непонятно, что так-то. Откройся. Отлично. Тут что-то плавает. Мы немножко подлагали. Прогрузочка пошла. Прогрузочка. Давай, грузись. Не надо глючить.
Спасательную капсулу целую найти. Наше задание. Так, ну давай, прогрузись уже. Посмотрите, как тут прикольно. Круто, если бы... Блин, я в реальной жизни никогда еще с аквалангом там не плавал. Ну вы поняли, да? Оно сейчас будет сзади! What the fuck? Я не могу от него убежать! Почему? Как же оно меня напугало-то! Куда бежать? Тупик, ё-моё. Иди нафиг. Блин. Куда идти? Куда? Это что? Это что такое? Лестница. Уходим. Я ухожу отсюда. What the fuck? Надеюсь, оно по лестнице не умеет двигаться. Давай. Куда, 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 куда? Это ее должно задержать. Я просто бегу вперед. Я нашел. Ты работаешь? Работает, да? Давай, 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 уходим отсюда, там какая-то штуковина. Почему, почему он ей не говорит, что за нами? Она издевается. Что? Она тупо издевается. Машинное отделение. Машинное отделение. Машинное отделение. Машинное отделение. Это где? А карту мне дадут? Не дадут. Некому давать мне карту, what the fuck. А, у меня же есть фонарик, чё я туплю? О, смотрите. Вот что нам обещали, а вот что мы имеем. Да ты... Куда идти? Тут туалет. Иди от меня и, пожалуйста, куда-нибудь дальше. Оно со мной ходит. Что я делаю? Зачем я это делаю? Вау. Вау. Я живой? Я живой. Я живой. Я живой. Я живой. Я живой. Это меня радует, что я живой. Где она? Убегаем. Я едва хожу. Я должен уйти от этой штуковины. Я просто не знаю, как от нее избавиться. Чё мне так плохо? Чё мне так плохо? Наверное, потому что я к ней прикоснулся. Мне не сюда. Может, мне куда-то сюда. Эй.
Тут есть дверь. Машинное отделение, ты где? Это не машинное. Это фигня какая-то. Давайте пойдем сюда. Ох, как же мне плохо. Как же мне плохо. Оно что-то мне повредило. О, машинное... Это очень похоже на машинное отделение, на самом деле. Бабах. Бабах. Нормально. Походу мы делаем то, что надо. Воу. Воу. Вот это меня колбасит. Отстань. Отстань. Это что, game over? Печально. Окей, даже первый раз я умираю в этой игре. Серьезно, я не думал, что тут можно проиграть. Я думал, они меня просто пугать будут. Печально. Блин, просто я не понимаю, куда бежать иногда. Тут все запутано. Ничего, мы попробуем еще раз. Правда, уже пора бы заканчивать эту серию. Так, где мы? Ага, вот тут мы. Это довольно-таки быстро. Вот это мы делаем. Вот это мы делаем. Вот это мы делаем. Происходит вот такая вот фигня. Я не понимаю, где я. Эй! И мы начинаем просто убивать. Нас жестоко глючит. Очень круто нас глючит. Так, так. Серьезно? Ты еще и так застревать будешь? Я не помню, куда дальше бежать на самом-то деле. Где тут у нас выход? Окей. Окей. Давай, давай. Давай, сматываем отсюда. За что? За что тут? Я бы лучше присел. Давай, присядь. Опа. Все на максимум. Куда летим? How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the chart going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Epsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like... it's more like a cancer. Короче, у нас проблемы с роботами. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Терминатор восстания. Что? Impact! Hold on! The blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Почему? Ничего не понимаю. Темный экран меня не радует. Если мы пойдем на Дельту, нам конец. И мы туда попадаем. Алло, я жив? И не жив. Ничего не вижу. Я могу встать.
О, я двигаюсь. Это уже хорошо. Так, где-то должна быть кнопочка. Я думаю, где-то она должна быть, да? Чтоб мы ее кликнули, и тут что-то... А, дверь. И что мне делать? Кто это делает? Кто-то сюда сейчас вломится. Этим я... Кто это? You're the rescue team, huh? Good job. Здорово. О, этот робот меня спас. Помните, как я ее тоже вытащил с камней? Там труп. Все. А, это не труп, это камень. Ну что ж, ребят. Давайте мы на этом завершим, на этом прекрасном непонятном пейзаже с роботом. С вами был я, Пират. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся. Если вы еще не вступили в команду, то подписываемся. Всем спасибо за просмотр и пока!